Да. У тебя это криво выходит тоже? А ты писал мне, что я еще кривой. Ну, давай, давай. Пробуй. О-о-о, здорово. И всем привет, друзья. Вы на канале SkyTop Games, и у нас в эфире The Isle of Rima. Сегодня мы побегаем и поиграем за Ютараптора. Ребятки, сразу приношу извинения еще раз, что стрим по Ютам не удался, потому что в OBS во время начала трансляции идут жуткие просадки. Вот. Будем разбираться, так что не надо там кидать в меня тапками и говорить, вот ты, блин, там стрим не удался, у тебя здесь стрим не удался. Ребят, войдите в мое тоже положение. Мне тоже очень трудно. Мне тоже очень было неприятно, что у меня такой получился форс-мажор. Ого! Так. Кстати. Давайте побегаем на ютке, посмотрим, что он из себя представляет здесь. Блин, слушай, мне кажется, его скорость слишком уж какая-то, по-моему, преувеличенная. Он не должен так бегать. Что у нас по скорости? Подожди. Скорость 31 км в час? Ну, я и говорю, по-моему, здесь что-то слишком, блин, преувеличено. Мне кажется, на парах хэтчлинга, да? Или хэтчлинга? Он должен бегать, ну, не знаю, километров там, ну, как раз, в принципе, да, 30, но, блин, сейчас его скорость, мне кажется, километров 60 в час. Это вообще просто катастрофа, посмотри, как он быстро бежит, ну, да, я, конечно, понимаю, что сейчас все на стадии разработки, это всего лишь бетка, которую многие, опять же, обосрали, не побоюсь сказать этого слова, вот, но я не виню никого. Кому не нравится, пусть не играют. Я лично буду следить за каждым обновлением этой игры. Так, по-моему, я ютку упустил. Давай попробуем понюхать по следам, может быть, мы его увидим. Где-то вот, вот юта. Давайте поздороваемся. Давай, хотя бы у меня хоть будет какое-то прикрытие, так сказать, уже, да? Посмотри, взрослая большая юта по сравнению со мной, конечно, я всего лишь какой-то мелкий, не знаю, прыщ на теле. Карта Исла Эспера. Так, ну и что? Что мы будем делать? Мне хочется попробовать, знаете что? Попробовать коллизию столкновений. Ну, конечно, на Ютарапторе я этого делать сейчас не буду. А вот если попадется жирненький и вкусный Тенонта, то обязательно с вами это попробуем сделать. Так, я так понимаю, он вынюхивает реку какую-нибудь. Ну, воды здесь я не вижу. По-моему, я отстал вообще от него даже. А как мне увидеть его следы? Я даже не вижу, чтобы следы отображались. Блин, ёперный театр. А, вот, все, молодец. Вот, да, ты почаще кричи, чтобы я тебя видел, чтобы я тебя находил. Ты же побольше меня, ты быстрее убегаешь. Прям заглушает его крик. Иду. Иду прямо за тобой, да. Я вижу тебя. Ну вот по столкновениям, кстати, вот опять же скажу, когда мы врезаемся в деревья или в камни, вот мне нравится, что сделали разрабы, то есть наш динозавр разворачивается. То есть не упирается тупо, да, а разворачивается именно в сторону, и можно как бы бежать дальше, если за тобой, если тебе, вернее, даже скажу так, грозит опасность какая-нибудь. Так, а что у нас по крику? Ой, боже милый. Что? Послушай звук еще раз. Как будто застегивают ширинку на джинсах. Или на штанах, да? Так, на троечку. Я пока, видимо, еще не могу кричать. Вот четверочка действует. Ладно, давайте догоним нашего приятеля, новоиспеченного. Новоиспеченного.
Блин, какой он быстрый. Так. Может нам побегать по каким-нибудь полям, а не по тропикам Исла Эспера? Ой, привет. Я тебя потерял, да, я тебя потерял. Так, ну-ка, стой. А что по разворотам? Ну, конечно, развороты еще слишком у него крутые. Смотреть, как правильно он переставляет лапки, нам еще не удастся. Если только в ускоренном режиме, конечно, да, видно. Ну что ж, ладно, я пока держусь тебя. Я от тебя никуда не денусь. Ну, не повезло, ребят, короче, я потерял своего напарника, блин, поэтому я остался опять совершенно один. Ну ладно, фиг с ним, ничего страшного. Я заметил, знаешь, такую интересную фишку. Посмотри, как здорово садится, присаживается раптор. Посмотри, он как будто опирается на переднюю лапку, да, на левую, и аккуратно присаживается. И тоже так же он встает. Смотри, он от передних лап отталкивается. Блин, здорово сделали, конечно, да. Так, ну по ходьбе, конечно, да, мы еще, конечно, пока болтаемся в воздухе. Но следы остаются. Так. Подожди-ка, стой. Давайте сделаем бег и посмотреть, как тенонтозавр, помните, у нас вчера не тупо втыкался при остановке, а, знаете, так как бы... Смотрите, во, скольжение, да, вот, со скольжением. Он останавливается со скольжением. Стой еще раз. Ого, здорово, прикольно. Так, на Ctrl. Спринт есть? Блин, ну на спринте, конечно, он передвигается довольно-таки еще быстро. Со скоростью немножко разрабы что-то нахулиганили. Ну-ка, на спринте. Стой. А теперь простая скорость. Нет, на спринте, по-моему, скорость вообще не меняется, она та же самая, да. Ну, я думаю, это все исправят, все поправят. Ох, найти бы мне сейчас что-нибудь поесть, а то я голоден. Давайте понюхаем, может, какое озеро или еще что-нибудь мы унюхаем. Так, вот знаешь, что мне нравится в новой версии? То есть, если мы видим воду где-то, да, мы унюхали воду, то она не отображается на полэкрана, да? То есть маленькая такая синенькая точечка появляется, где есть вода. И это здорово. Реально, это не закрывает тебе весь экран, весь обзор, особенно если ты нюхаешь ночью. Так, вода у нас в том направлении. Опять сквозь все пальмы придется бежать. Растительности, конечно, Донди не пожалел. Не пожалел Донди. С этим ничто не сделаешь. Тяжеловато здесь будет, конечно, охотиться, но зато прятаться будет удобно. Так, ну давайте доберемся до источника воды, а там уже тогда посмотрим, что у нас там будет. А хотя все, я уже у источника воды, да, вот река. Вот река, речушка, водопадик. Я, по-моему, вчера я был здесь, на Тенонта. Так, я хочу посмотреть, как будет пить Юта Раптор. Ого, посмотри, он, смотри, как он запрокидывает голову. Посмотри, он как будто прям нежится. Нежится водой. Вот эта анимация, конечно, блин, крутая. Реально крутая. Только когда, конечно, разрабы пофиксят, чтобы я не проваливался в воду, это будет еще лучше. Потому что если мы сейчас побежим... А, нет, смотри-ка, мы можем плыть по этой реке. Да, мы можем плыть по этой реке. Так, ну, как я и говорил вчера, течением нас не уносит. Дайнозухов нету? А то мало ли чего, блин. Стоит ожидать, да? Так, ладно, давай пробежимся к водопаду, к тому. Так, мы, кстати, немножко подросли. И крик. Да, кстати, вот посмотри, если нажать на двоечку, крик уже такой более подростковый, да? Не хэтчлинга, а более подростковый.
Так, почему на троечку нельзя нажимать? У Ютараптора при таком росте тройка не действует, что ли? Я имею в виду атака, да? То есть угрожающий рык. Почему он не действует? Странно. Очень странно. Так, я хочу забраться на прям на всю, на самую вот эту вот вершину. Посмотреть с водопада. Так, ну, ноги мы с вами еще пока здесь не переломаем. Дабы вы знаете, что можно прыгать хоть сколько угодно. Наши динозавры пока здесь бессмертны. Блин. О, нифига себе. Так прикольно повернулся при падении. Смотри. Опа. На 180. Блин. Так, ну, можно, да, дабы... Нам ничего не будет, можно сигануть с этой вершины холма. Ого! Вот это нифига себе нас занесло. Мы провалились под воду. Представляешь, в будущем так. После патчи ты проваливаешься под воду, и у тебя кончается кислород. Резко-резко кончается кислород. Так, блин. Я хочу найти какого-нибудь тенантозавра и все-таки попробовать... коллизию столкновений. Мне очень интересно, будет ли наш раптор цепляться когтями, как обещали разрабы, за других динозавров. Я думаю, надо вон туда идти, к холму, там высокий холм, и я думаю, кто-нибудь там есть. Ну, давайте попробуем найти кого-нибудь, что ли. Кстати, насколько мы знаем, да, друзья, что ютки растут довольно-таки очень быстро. Я заметил, что наш рост, смотри, мы были хэтчем, и теперь мы уже, кстати, джувик. И это прекрасно. Это прекрасно. Осталось дорасти до адолта. Найти бы, конечно, еды, но... Блин. Где бы ее найти? Ни троодонов, ни ботов, никого. Извини, я на лужайке есть не могу траву, как тенон-то. Подожди. А, мне показалось, а, это всего лишь пень. Ладно. Так, ну что ж, ладно. Я не нашел троодона, но я нашел двух новых себе компаньонов. Двух взрослых, причем ютарапторов. И они здесь, я так понимаю, ждут, наверное, когда какой-нибудь заблудший троодон будет проходить по берегу этой реки. Ну ладно, будем держаться пока этого пати. А дальше посмотрим, что будет. Он ушел под воду. Подводная лодка. Классно. Ого, посмотри. Нифига себе. Ребят, вы, конечно, немножко пропустили. Но сейчас ребята, короче, испытывают друг на дружке прыжки. И одна юта свалила другую на землю. Это было здорово. Давай посмотрим еще раз. Ну, ребята, повторите. Вот почти получилось, почти получилось. Ого, посмотри, вот она, да, вот она, вот эта анимация, это было здорово. Но, конечно, все это как-то действует очень еще, знаете, ускоренно, быстро. Блин. Да. Так, нам говорят, чтобы я попробовал напрыгнуть на ютку. Давайте попробуем. Боже, я кривой. Давайте еще раз. Ай, блин. Да, походу я не могу прыгать. Ай, давайте подальше чуть возьмем разгон. Попробуем разгон. Вот так, и теперь разгон. Да. На тебе? На мне ты хочешь попробовать? Гоу, давай. Ребят, только вы меня, наверное, свалите, скорее всего, с ног. Да. У тебя это криво выходит тоже.
А ты писал мне, что я еще кривой. Ну давай, давай. Пробуй. Здорово. Здорово, здорово, да, согласен. Согласен. Так. Ну ладно. Я хотел попробовать еще раз на него напрыгнуть, но, блин. Так, ну ты меня теперь что, хочешь вообще капитально изнасиловать? Да, пойдемте лучше что-нибудь поищем пожрать, да. Скажу, ребята, так, что коллизия столкновений здесь как бы она есть, но пока, знаете, она действует, если ты упираешься в зад динозавра, вот, если пробежать боком, в бок, то есть ему, ничего не выходит. Так, вдоль холма, блин, ребят, давайте только не заросли опять эти грёбные, они меня вообще прям начинают немножко подбешивать. Ну и что, будем сидеть здесь, что ли? Блин. Можно повыше, наверное, собраться. Так, ребята, у нас, короче говоря, потери. Потери из потери, да? У нас умер один ютараптор от голода. Блин. И, конечно, мой приемный батя, наверное, так сказать, да, подальше оттащил от пляжа. И, блин, короче, мы будем сейчас есть. Ну что ж. Давайте приступим к ланчу. Приступим к ланчу и будем разрывать... Ой. Ого, ты посмотри, как он эти куски мяса глотает. Это здорово, да? Смотри, отрывает куски мяса. Ой, блин, ну кровь, конечно, прям, я не знаю, здесь ручьем льется. Я думаю, конечно, это все еще тоже поправят, блин. Было очень вкусно. Было очень вкусно. Что там осталось? По-моему, одна земля осталась, да. Ого, посмотри. Вот про что я говорил на стриме с траодонами. Посмотри, мордочка. Она вся окровавленная. То есть, блин, это здорово проработали. После приема пищи можно и поспать. Да. Ох, как прекрасно. Как прекрасно. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилась серия данного прохождения. Данного обзора даже, я бы сказал. Да, ютарапторы очень активные здесь. Очень активные пока что на данном этапе бета-версии. Вот, я думаю, все исправят. Скорость уменьшат, повороты, развороты и прочее. Нам все поправят в течение там недели, двух недель. Месяца, но не больше, пожалуйста, уважаемые разработчики. Я вас умоляю. Ну, если понравилось тебе видео, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий. Пока, друзья. Пока-пока.